Всем большой привет, мои дорогие. Сегодня к нам едут гости. Гостья. Думали, приедут обе сестры у Джеффа. Ну, вы знаете, потому что здесь у нас находится мама у Джеффа, у которой деменция. Она в специальном пансионате, где за ней ухаживают. Я уже несколько раз показывала. Дуська тут скачет, поэтому я отвлеклась. И они уже не видели... Дети вообще не видели мать больше года, поэтому пока возможность есть, пока они тут в нашем побережье, потому что сестра из штата Калифорния, это совершенно другое побережье, и пока они здесь рядом, три часа от нас, надумали приехать навестить мать. Но, похоже, одна только сестра ей, потому что второй, знаете, тоже у нее здоровье не особо хорошее, поэтому она по какой-то причине... не собралась. Была бы хорошая возможность для нее, потому что, знаете, она машину водить не в состоянии, и пока сестра едет, она могла бы тоже раз к ней пристроиться и тоже навестила бы мать. А теперь даже не знаю, когда она сможет это сделать. Думала, вчера приехали, я быстрее генералить, порядок наводить в доме. Думала, сейчас готовить что-то буду, а оказывается, она с собой еду везет. Знаете, как я вам говорила, что она питается очень необычно. Так что она говорит, я с собой все привезу, потому что она уже накупила, у нее еды там много. Она говорит, даже не беспокойтесь, потому что говорит, я знаю, что не хочу вам проблем еще создавать. Так что я вам покажу. Знаете, мне будет очень интересно посмотреть, как мать прореагирует на дочь. Она ее всегда называет моя младшенькая. Да, посмотрим, узнает она ее или нет. Пока еще до сих пор, знаете, мы сколько так вот разговариваем с ней каждый раз, фотографии привозим. И пока еще она узнает мать свою. Детей не узнает, мужей своих у нее было четверо, никого не узнает. Себя не узнает, а мать узнает свою, представляете? Вот интересно будет посмотреть, узнает она свою младшенькую дочку. Дочка прячется. Смотрите, у нее как красиво, как будто сердечко. Когда она две лапки соединяет, у нее как будто сердечко. Да, Дуся, не любишь, когда к там гости приходят? Готовлю себе немножко обед. Такая граната вкусная сейчас. Сладкие такие, сочные прям. Себе два яичка поджарю, потому что мне надо подсчитывать пойнтсы. Они сейчас бутербродики сделают, а мне надо овощи обжариваем, два яичка сделают. Это соуса очень вкусная, она из тыквы, такая вкусница, прям тоже мало пойнтс я могу поесть. Да. Купила первый раз замороженные овощи. Они уже, как написано, уже они жареные. Я не думаю, что так будет много масла подсолнечного. Смотрите, прям плавает. А может, нет, может, это не масло. Может, сейчас посмотрю. Может быть, это потому, что они замороженные были. Может, это жидкость. Точно. Без очков не вижу. Это водичка просто выпаривается. Хорошо. Сейчас пообедаем и поедем к свекрови. Все, подъехали. Пансионату, или как его назвать. Сейчас попробую по возможности снять. Нельзя только снимать, где чужие пациенты. Джефф, are you taking bags? Have a nice homey feel. Uh-huh. Yeah, I mean, it doesn't look institutional at all. Симпатичненько сделано здесь. Ой, как красиво. Такие
Как красиво наряжено. Ну, у них сейчас включен этот камин. Я тебе вам покажу. Это для гостей. Вот мы можем... Печенька там последняя осталась. Можно кофе сделать или водичку попить. Красиво у них тут сделано. Ну, это как холл такой. А мы пойдем вон туда, вон где эта женщина идет. Мы туда тоже пойдем. Надо специальный ключ иметь, чтобы открыть дверь. Мы показываем сейчас Рэйчел комнату, где они всякие собираются. Пожилые люди тут смотрят или кино, или какие-нибудь activities, ну, что-нибудь делают. I think she's still in a lunch area. Здесь они всегда сидят, телевизор смотрят, но сейчас еще обедают. Это ее комната. Новая игрушка. Видать, взяла у кого-то. Смотрите. Представляете, видать, есть это. Ну, помните, что ухаживает за малышами. Кстати, одна только игрушка мягкая. Так-то у нее их трое был. And they have so many flowers and bushes blooming. You silly boy, he says. Maybe, can you put this in? Maybe you need help. Help. Yes. Okay. If you want it. Well, I'll hold on to that for now. I can stay with you. Okay. For a little bit. You want to take a little walk around? Wherever you are. Because Rachel hasn't seen this place yet. Whatever. So we... You want to show me around? Whatever. Okay. Let's go this way. Want. Thank you.
Похоже, не узнала она дочку. Это комната других жильцов. Хочет пойти в чью-то комнату. Видно, так зашла, взяла какую-то игрушку кого-то. У них вот очень хорошее место вот так вот сделано, чтобы люди могли круг ходить по кругу, чтобы не сидеть на одном месте, а гулять. Есть у них как бы место, где кусочки размять. Ну, смотрите, еще куклы. Возможно, это принесли, чтобы кто хотел бы так это. Они потому что как дети сейчас ведут себя. Очень интересно в куклы поиграть. Я сейчас вернулась в комнату кое-что положить. Я знаете, что вспомнила? Вот смотрите, я сейчас вам только показала куклы две. И видите, она выбрала себе темнокожую куколку, потому что она всегда хотела усыновить темнокожего ребенка. Представляете, видать, в памяти было то, что она хочет быть мамой. Вот так вот. Ну, темнокожего ребенка усыновить. Усыновить, удочерить. Вот. Все, они планировали, скоро, и так у них не получилось. Сейчас посмотрим, узнает на свою комнату. Интересно, как начать будет объяснять. I think it's supposed to.
Do you want to move it over so you can reach it? Oh, it's a girl. Yes, he was. Yeah. So cute. Yeah. Really cute. Mm-hmm. And you can see. Ну вот и все. Погасили хорошо. Рэйчел плачет, потому что поняла, что мама изменилась, совсем другой человек сейчас. Ну все, ей сейчас надо будет уезжать. Часа три как минимум ехать.